Первый адрес — Октябрьская, 63. Татьяна Петрунькова жалуется Сергею Павловичу. Во время сильных дождей двор ее дома топит. Из-за того, что улицы выше, предприниматель заасфальтировал дорогу и благоустроил территорию, не учтя проблему ливневых вод. Вот и сюда, и палисадник, и дом весь соколь, и подвал полный. А почему с магазина? А потому что там такой уклон сделал, пока не делали, ничего не было. Жители улицы Школьной, наоборот, благодарят предпринимателя Игоря Тарана за вклад в благоустройство. Но это не говорит о том, что проблемы не существует, подчеркивает мэр Анапы. И поручает замглавы Гастагаевской сельской администрации Игорю Перекатей обезопасить жителей Октябрьской от возможных подтоплений. Вырыты траншеи, проложены трубы, необходимо довести до ума обустройство водоотводного канала. Следующая остановка — на улице Украинской. Татьяна Ганус в этот понедельник была на личном приеме глава Анапы. Просит выделить 3 сотки земли для огорода, но натолкнулась на административные барьеры. Сергей Сергеев приехал на место, чтобы понять, в чем проблема. Где ваш дом? Подожди. А земля? А вот кусочек, он там распаханный. Вот который вы обрабатываете? Да. А это что за опора? Это когда-то отсюда шли туда, а потом они... Повернули, да? Повернули, да. Вот это ваш дом? Да, да. И вот эти вот кусочки нашей земли. Глава Анапы уже дал поручение архитектуре в рамках закона и своих полномочий помочь Татьяне Петровне. Если по генплану нельзя выделить этот участок, то надо найти альтернативу. Решение этого вопроса будет и в ближайшее время.